Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов дал старт строительству новой школы в Одинцово. Учреждение рассчитано на 44 класса по 25 учеников. В здании будет все необходимое как для творчества, так и для учебы. Спортивные и актовые залы, кабинет музыки, мастерские, информационно-библиотечный центр. Школу планируют открыть 1 сентября 2025 года.